Здравствуйте! В сегодняшнем видео я покажу, как приготовить заварное тесто и эклеры из него. К 180 граммам воды добавлю 100 грамм масла, 2 грамма соли и поставлю на огонь. Доведу до кипения и добавлю 200 грамм просеянной муки. Постоянно помешивая, подержу массу на малом огне, пока она не станет гладкой, блестящей и соберется в ком. Сниму массу с огня, переложу в миску и остужу в течение 10 минут. Смешаю до однородного состояния 300 грамм яиц комнатной температуры. Небольшими порциями добавлю яйца к мучной смеси, каждый раз тщательно размешивая. Правильное заварное тесто выглядит так. Половину теста перекладываю в плотный пакет. Из второй части теста в одном из видео я приготовлю заварные с творожным кремом. Отрежу уголок шириной 1 см. На пекарскую бумагу на расстоянии 5-6 см друг от друга выдавлю полоски длиной 10 см. Пальцем, смоченным в воде, подправлю форму. В разогретую до 220 градусов духовку ставлю противень на средний уровень и выпекаю 15 минут. Убавлю температуру до 160 градусов и продолжу выпекание в течение 15 минут. Смешаю желток куриного яйца и 90 мл молока. Процежу. Добавлю 135 грамм сахара и 1 чайную ложку ванильного сахара. Поставлю на небольшой огонь и при постоянном помешивании проварю до загустения. Сниму сироп с огня, перелью в миску и остужу полностью при комнатной температуре. Собью сливочное масло комнатной температуры в течение 2 минут. Не прекращая взбивание, по ложке добавлю заваренный сироп. В завершение добавлю 1 столовую ложку коньяка. Заготовки разрежу вдоль и наполню кремом. На паровой бане растоплю 50 грамм шоколада и 20 грамм сливочного масла. Поставлю в холодильник на 2 часа. Классический эклер с масляным кремом и шоколадной помадкой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарии, делитесь с друзьями. С вами была я, Ирина Подолян, на канале «Приятного аппетита».